Ну а перед началом данного видеоролика советую тебе подписаться на канал и принять участие в розыгрыше прокачки, который произойдет на 1600 подписчиков. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте GGDrop. Пополнил данный сайт уже на ебанутое количество денег. Просто психанул, решил закинуть вот так вот пятнашечку. Вот такую. Вот так вот пишешь промокод вот сюда мой. 11% пополнения он тебе дает. И бесплатный барабан бонус. Я думаю, это неплохо. Ты поддержишь меня, себя и всех своих друзей. Окей, сразу же переходим к сокровищам. Просто, ну я не знаю, ну это просто бред какой-то. 3 раза по пятерочке, чтобы вот сейчас вот пятнашку задепать. И просто вот так вот улетели напрочь мои деньги. SSP поинтов нам падает на 7000. Хорошо, я не спорю, хорошо, но хочется 30-ку сегодня сделать домой обратно, просто как-нибудь. Не знаю даже, с чем это может быть связано, возможно, это из-за того, что все прошлые разы я старался забрать побольше денег себе в карман, но сейчас у нас имеется 22 тысячи на балансе, все уже закрытые кейсы бесплатные, потому что я нихуя с них не получил, ничего просто. Сразу же переходим на кейсик шашлычки, 5 раз, 22 тысячи было. Смотрим просто, сколько ты готов поставить. 1700 хорошо, 900 отлично, 500 такое себе, 1300 хорошо и 5300, наконец-то окупы, наконец-то, мужики. Вы не представляете, как я рад их сейчас видеть. Никогда, нахуй. Ну, бля, я не знаю, ну давай просто, я буду жестить. Ну, хочу сегодня отбить все свои деньги, все свои минуса, которые... Ох, ебать, отбил нахуй. Все, отбил, проверяй. Окей, ладно. Говорю, будем жестить, значит сразу закаленная. Толстория на 30-ку падает одним скином. Бля, вообще, тут без базара будет вывод. Буря на закате. Сколько, пожалуйста, скажи хорошо, что ты стоишь. Все, все, прости меня, джиджишечка. Я был неправ. Все, извини, нагнал нахуй, нагнал. 3 раза не дала записать с последнего. На, Сём, говорит, на, возьми, забери деньги свои. Сколько? 6 тысяч, хуйня. Буря на закате, домой отлетает просто. Даже нехуй думать. Мужики, я сегодня очень много денег проебал, вы даже себе не представляете. Это уже не первая перезапись, и даже не вторая. Окей, окей, окей. Да я даже выебываться не буду, у меня за 32 тысячи нахуй буря на закате в кармане лежит. Что тут, в смысле, что тут может быть не окей? Тут все окей уже, 1800. Это просто вот инста сегодняшний биг залив денег мой отбился. 2700. Давай, еще что-то хорошее. Пожалуйста. Сайрекс, понятно, шляпа. Ну, ты как будто больше не хочешь, да, давай мне. Как будто бы больше нету ничего в тебе хорошего. Ладно, давай. Давай тогда что-то другое посмотрим. Давай вот всю ночь нахуй. Банк. Понятно, слив 100 рублей. Давай еще. Вот здесь хочу. Оп, плюс 100 рублей. Давай еще. Кстати, даже плюс 200. Да, еще минус сотка. Давай, ладно, давай уйдем на подороже кейсики какие-нибудь. Не будем такие вот шляпные, так скажем, открывать. Ай, домовой. Блять, говорю, давай уйдем, говорю, подороже, нахуй, на такую же по сумме ухожу. Ладно. Плюс. Плюс. Еще плюс, давай. Еще плюс, хорошо. Плюс и минус. 1900 рублей. Так. Так, так, так. 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 И вот так, давай, 1600. Еще давай в контрактах меня купи. И вообще, жизнь будет... И жизнь удалась. Got a beautiful life. Нихуя, не так. 2300, пожалуйста, давай еще разок. Окупи. Родная. Бля, ну потом, ну нет. Нет, ладно. Ладно, хочется побольше сегодня записать. Давай, муай. 2800. Давай, смотрим. Минус. Это может быть плюс небольшой, еще один. Понятно, минус. Минус и минус. 3000 рублей. 2, блядь. Ладно, давай вот так. 1000 рублей. Я его не продам. Нет, это вывод. Ну его нахуй. Я сегодня уже биг залился, поэтому не хочу. Не хочу просто. Давай, 2200. Я знаю, что сейчас ничего не будет, поэтому в контракт, в апгрейды сразу же уйдем.
Да, 3000 рублей поставим что-нибудь. Ну, блядь, да похуй, вообще любой скин. Хочется просто денег побольше сегодня забрать. Пожалуйста, но нет. Ладно, ладно, ничего страшного, ты и так уже хорошо как бы поставил мне. Выебываться на тебя я не хочу. Ностальгия. Хорошо, 3000. Блять. Блять, как хорошо. Ты, блядь, ты смотри. Давай. Просто сделай день. Сделай мой день просто вот сейчас. Вот я сейчас хочу, чтобы ты сделал. Бля, ну нет. Это не то, что я хотел бы на самом деле. Давай шашлычки. Два раза можем? Не можем. Давай один. 912. Азарт. Сколько? 1000. Хорошо, два раза можем. Давай фастом. Банк. Нихуя здесь нету. Давай даже вот так и вот так. 1695. Смотрим. 1700. Ладно, хуй с ним. Будем жестить. Давай. Сколько? Ну давай 5. Давай 5 ставишь. Вот азимов статрак ставишь. Не ставишь. Пусть не продаем бурю. Продали на бурьку. Ой, бля. Как я думаю, что это сейчас очень было зря с моей стороны. Ну, бля, ну пожалуйста, ну не говори, что это вообще полный за биг залив. Все, 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 извини, все, извини. Буря выпала, извини, пожалуйста. Я думал, все, конец. Давай, ладно, еще раз десяточку. Давай еще фейер спины мне нахуй с этой бурей, блять. Поток. Ну, бля, скажи, что хорошо денег стоишь. Ну опять, блядь, ну опять ты мне даешь еще 5000 сверху, и все. Ну ладно, давай вот так. Шлычки. Хорошо. Нормально, ладно. Хорошо. Нормально и нормально. 5000 рублей еще дает. Просто, ну. Ну, вот так. А почему раньше нельзя было так давать? Почему ты решил мне так дать, когда я задепил 15000, блядь? 15, блядь. Окей. 4900, немножко, кстати, подслил нас градиентик. Ну ладно, давай. Big mistake, дай что-то хорошее. 6500, эко, отлично. 7500 на балансе имеется. Давай что-нибудь подороже. Давай. Ну давай, чемпион стейдж. Давай просто пятеро. Смотрим, что здесь. Нет. Ну окей. Окей, хорошо, дай уважение. Блять, слышь, 8000. Вообще-то сейчас на секунду 8000 долетело. И давай еще на 2400 сделаем контракт. Ну нет, давай, ладно, апгрейд. Апгрейд на 3000. Ой, на 3000. Да ебучий случай, ну что за 3000, атомный сплав. Поехали. Апгрейды в последнее время мне как-то не особо заходят, ладно. Давай следующий. Эй, иди в пизду. Давай следующий, давай тогда на пятеру. Вот так. Ну, а хули, да? Правильно? Давай, вот галил, осторожно. Хорошо. Хорошо, есть, это победа. Ну, я не знаю. И давай тоже вот этот заапгрейдим. Ну, на Ориончик, например. Ну, блять, самый большой процент. Пожалуйста. Ну хорошо же. Хорошо. А почему раньше, блядь, ты мне так не давал? Почему сейчас ты решил это за всю хуйню сделать? Окей. Сколько там есть? 1300 рублей еще есть на барабане. Давай, чемпион стейдж. Тоже, родной, не подведи сейчас в последний момент. Ну, дикое дитя. Ну нет, не хотелось бы. А, да нихуя себе, хотелось бы, слышишь? За такие деньги, дикое дитя, ебать, можно вообще-то, да. Ага. А, ну и два ёлкупа, ну конечно, все, мы лови. Конечно же. Давай, 1000 рублей в апгрейды. Давай, калаш еще, и все вообще у нас в ажуре с тобой будет. Да нет. Ладно, ничего страшного. Тогда берем еще последнюю пятишечку. Вот так вот вижу свои. Так, контракты. Банк.
Ага, вот так. И, ну давай на двушечку запилим. Потому что ты только что двушечку мог поставить. Блядь, да что такое? 22 тысячи, ебаный в рот. Окей, янтарный градиент, похуй. Пусть будет. Пусть будет. Ну не будет. Ладно, ничего страшного. Я думаю, и такой дроп мне вполне пойдет. На 40 тысяч рублей, блядь. На 40 просто. Окей, ладно. Что ж, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно подпишись, поставь лайк. А так, всем удачи, всем пока. Пока-пока. Пока.